Чувствуете себя как? Все хорошо? Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? В смысле, чем занимаетесь? Ну, работаете где-то, служите. Да, 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 все хорошо. Вы работаете? Да, да. Где? Да. Куда, откуда двигались? Не понял. Куда, откуда ехали на транспортном средстве? Куда ехали? Не понял. Куда ехали на машине? На транспортном средстве куда ехали? Не можете ответить, да? Не понял. Транспортным средством каким управляли? Я понял. Так как есть основания полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения. Вам понятно, что я вас отстраняю от управления транспортным средством? Вы в адекватном состоянии находитесь? Ну, он неадекватный водит, плохо ему, у него наркология. Я вам предлагаю проехать наркологический диспансер в городе Ставрополе. Ёлки-палки, а. Можно выйти, пожалуйста? Сидите. Почка открыта, воздух свежий поступает, все, сидите, дышите, все нормально. Да ёлки-палки. Водички принести надо? А? Пить хотите? Принеси воды, братан. А? Водички надо, воды Воду. Да можно, воду, воду. Смотрите, за отказ от прохождения медицинского свидетельства по статье 12.26, часть 1 предусмотрено от 1,5 до 2 лишения водительского удостоверения и 30 тысяч штрафов. Вам это хотя бы понятно? Не понял. Вам это понятно? Вы сейчас осознаете себя? Где вы находитесь? В каком городе? Не понял. Вы ничего сейчас не осознаете, да? Не понял. Вы сейчас осознаетесь, в каком городе находитесь? Не понял, ничего. Все, я вас услышал, что вы не понимаете. В данный момент не понимаете, все.